Темнело за окном, наступала ночь. За кухонным столом сидели мужики. Весь вечер непрерывно бил по крыше дождь, и гром гремел ужасно где-то у реки. А в доме шло веселье и гульба. Еще никто не знал, что этот миг. Охотник Себастьян, что спал на чердаке, вдруг очернёл лицом, стал тряхнуть косарик.